Nava lava girivara jaya gopi jana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Pad Paramahamsa Paravagatara Satara Sadashi Sri Ramanas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Rajshala Prabhupada Ki Grantharaj Srimad Bhagavatam Class Ki Hittai Govara Premanandi. Glorious the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, glories to Sri Sri Guru and Sri Guru. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 24, текст 31. Ом намо Бхагавате Васудевая. Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Idam vivittam japtavyam. Idam vivektam japtavyam. Idam vivektam japtavyam. Pavitram mangalam param. Pavitram mangalam param. Pavitram mangalam param. Pavitram mangalam param. Nishreyasya karam chapi. Nishriyasa charam chapi. Nishriyasa charam chapi. Shruyatam tad vadami va. Shruyatam tad vadami va. Shruyatam tad vadami va. Shruyatam tad vadami va.
idam vivik tam japtavyam. Idam vivik tam japtavyam. Pavitram mangalam param. Pavitram mangalam param. Nirvishayasya charam chapi. Nishriyasya charam chapi. Nishriyasya charam chapi. Nishriyasya charam chapi. Shrutyatam tad vadami va. Shrutyatam tad vadami va. Вивиктам, вивиктам, очень особенную. Очень джаптавьям, джаптавьям, которую нужно повторять всегда. Павитрам, очень, очень чистую. Мангалам, мангалам, благоприятную. Благоприятную. Парам, парам, трансцендентную. Трансцендентную. Нишиеса карам, в высшей степени благотворную. Ча. Также. Апи. Несомненно. Шуятам. Шуятам. Пожалуйста, выслушайте. Пожалуйста, выслушайте. Тат. То. Ваадам. Ваадам. Что? Что? Что я скажу? Что я скажу? Вах. Вам. А сейчас я произнесу одну мантру, которая не только трансцендентна, чиста и благотворна, но и является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни.
Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень внимательны. Комментарий о божественной милости Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «вивиктам». Молитвы, вознесенные Господом Шивой, ни в коем случае не являются сектантскими. Напротив, они исполнены сокровенного знания. Так что каждый, кто хочет обрести высшее благо и достичь заветной цели жизни, должен следовать наставлениям Господа Шивы и по его примеру возносить молитвы Верховному Господу и прославлять его. Is it okay if we read the other next verse, because it's connected? Мы прочитаем еще следующий стих, потому что они связаны между собой. Just read the translation in purple. Великий мудрец Майтрея продолжал. Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господа Нараяны, стал возносить ему молитвы, являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони. Господь Шива захотел встретиться с сыновьями царя, чтобы благословить и облагоденствовать их. Он сам произнес для них мантру, чтобы она стала более могущественной, и велел сыновьям царя Раджапутрам повторять ее. Когда мантру произносит великий преданный, она становится еще более могущественной. Хари Кришна Махамантра сама по себе обладает огромной силой, но во время посвящения ученик должен услышать ее от духовного учителя, так как мантра, произнесенная духовным учителем, становится более могущественной. Господь Шива велел сыновьям царя слушать его внимательно, ибо тот, кто слушает духовного учителя невнимательно, наносит ему оскорбление. Svayam rupa agdama yam dadati svabhantikam Panchakautu vishya kripa sindhu vaiva jana Matitananam bhavadevyo vaishnavyo om maha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna This morning we're discussing mantras and prayers offered to the Supreme Lord. И сегодня утром мы будем обсуждать мантры и молитвы, которые предлагаются Верховной Личности Бога. It is explained that mantras are like seeds. И здесь объясняется, что мантра, она как зерно. And that within a seed there is the full potency of a plant or a tree. И в одном зернышке есть вся потенция уже растения или дерева. And, and therefore, everything is already there within the seed. И хотя все уже там есть в этом зернышке. The only thing that it needs is the right environment. Единственное, что ей нужно, это благоприятная среда. So in the same way, mantras and prayers are the same. И также с мантрами и молитвами. It depends on your disposition. You know what disposition is? What is your attitude when praying? И все зависит от вашего отношения. According to your attitude, and even where you get your mantras from. Все зависит от вашего отношения к ней, и также очень важно, откуда вы получили саму мантру. That will depend on the result. И от этого именно будут зависеть результаты. I think it was Tamal Krishna Maharaj. He was sent by Prabhupada somewhere because Prabhupada was not well, and I think the story goes something like he went to this place on behalf of Prabhupada.
И вот мне помнится, что это был Тамал Кришна Махарадж, когда Шили Прабхупаде было, у него было плохо со здоровьем, вот он отправился в одно место от имени Шили Прабхупады. And for some reason he initiated someone on behalf of Prabhupada. И вот по какой-то определенной причине он дал инициацию ученику от имени Шили Прабхупады. Returned and informed Prabhupada. И он вернулся и проинформировал об этом Шрилу Прабхупаду. That I gave Gayatri mantra to someone. Что вот я дал кому-то Гаятри мантру. On behalf, on your behalf. От вашего имени, от вашего лица. And Prabhupada said, no, you didn't. А Прабхупада сказал, нет, ты не дал ему эту мантру. He said, because you didn't have my permission. И он сказал, ты не дал эту мантру, потому что у тебя не было разрешения на это. Something like that. I mean, it was a minor thing, but he was just correcting Tamal that unless it was authorized, then the mantra that you gave has no potency. И он просто поправил Тамал Кришну, что если у вас нет на это разрешения, то мантра она не будет работать, она не будет иметь всю ту мощь и силу. So this environment is important. И очень важно, в какой среде, вот как вы ее получили. Where is the source coming from? Откуда идет сам источник? I think I've already mentioned how there was one lady who contacted me explaining that she had been chanting Hare Krishna mantra for 2 years and she had got the mantra from the internet. Я думаю, я уже упоминал вот эту историю про одну женщину, которая взяла мантру в интернете и повторяла ее в течение 2 лет. And her concern was that she wasn't getting anything from chanting. И вот она очень беспокоилась, потому что ничего от воспевания она не получала. And so she heard about me, because I was in the same region as where she was living, so she wrote me an email with this concern. И вот она услышала, что я нахожусь в том же регионе, где она проживает, и она взяла мой email и написала мне письмо о своих переживаниях. And then I wrote back and asked her whether she was chanting the Panchatattva mantra. Я ей ответил и спросил у нее, повторяет ли она Панчататва мантру. And she wasn't. А она не повторяла. So I sent her the Panchatattva mantra. И я отправил ей Панчататва мантру. And within 2 weeks of chanting the Panchatattva mantra along with her Hare Krishna mantras, she suddenly received what seemed to be the full force of the 2 years of her chanting through the mercy of Lord Chaitanya. И она продолжила повторять Хари Кришна Махамантру и добавила Панчататва мантру. И она сказала, что она получила все то, чего она недополучала все 2 года вот за вот эти 2 недели. She was in ecstasy. Она была в полном экстазе. Surprised. Она была очень удивлена. Yeah, but this is an example how, you know, the source has to be a proper source. И вот это очень хороший пример того, что источник должен быть очень надежным. And as it says here, this purport Prabhupada is mentioning that although the Hare Krishna mantra is very powerful as a mantra itself. It's very powerful. И вот Шрила Прабхупада в комментарии упоминает, что Хари Кришна Махамантра, она сама по себе очень мощная. But it becomes more powerful when it's received through a bona fide spiritual master. Но она приобретает еще больше силы, когда она дается истинным духовным учителем. So that's why we have a system within our society for initiation, receiving the Hare Krishna mantra. И вот почему у нас есть такая система в нашем обществе именно получения мантры. And we have concluded from experience that it works. И уже опыт показывает, что именно такой процесс он работает.
In fact, when you get initiation, you have the whole disciplic succession behind you. И вот когда вы получаете инициацию, то успех, он уже маячит перед вами. Это очень мощный процесс. When I received my initiation in 1972, и когда я получил свою инициацию в 1972 году, the following day, we were asked to go out and collect Guru Dakshina. На следующий день нас попросили выйти и собрать Guru Dakshina. So in those days there were no grihasthas, so you couldn't collect your Guru Dakshina amongst the community of grihasthas because we were all either brahmacharis or brahmacharinis. И вот в то время не было так много грехаств, и ты не мог пойти и собрать Гуру Дакшину у них. Он только были брамачари и брамачарини в основном. Yeah. So we had to go on the street. И нам приходилось выходить прямо на улицу. Excuse me, sir. Извините, пожалуйста, сэр. I got initiation yesterday. Я вчера получил инициацию. This morning I'm collecting Guru Dakshin. И вот сегодня утром я собираю Guru Dakshin. Could you please give some Guru Dakshin? Можете мне, пожалуйста, дать Guru Dakshin? Guru what? Guru что? Like that. It was so funny. Ну вот так вот, было очень смешно. And in those days we were just very honest, you know. А теперь мы так честно, открыто ходим. Guru Dakshin. Ну, Гуру Дакшина. Oh, here you are. А, ну вот, держи. Be off with you. И предложи Гуру. Anyway, we collected the Guru Dakshin and then we put it all together and the next morning we came into Prabhupada's room and offered it to him. И вот мы собрали Гуру Дакшину, сложили это все вместе и поднялись в комнату к Шриле Прабхупаде и предложили ему. So as we entered the room, we paid our obeisances. И вот что мы сделали, мы предложили ему поклоны. Prabhupada was facing a picture on the wall. И Прабхупада стоял лицом к картине, которая висела на стене. He was chanting japa. Он повторял свою джапу. And then after a few moments, he turned around. И вот спустя некоторое время он повернулся к нам. And we paid our obeisances again. И мы снова предложили ему поклоны. We gave the Guru Dakshin and offered our appreciation and gratitude for him giving initiation. Мы предложили ему Гуру Дакшину, но также сказали, высказали свою благодарность и за то, что получили инициацию. And then we paid our obeisances again. И мы снова предложили ему свои поклоны. Prabhupada said to his servant, "Give them Mangalarti sweet." И Шрила Прабхупада сказал своему слуге, чтобы он дал нам сладости с Мангаларти. И вот когда он сказал нам это, мы снова предложили ему свои поклоны. И вот когда его слуга подошел и раздал нам сладости, они были у нас в руках. We didn't really know whether we should eat it right there or wait until we got outside. И мы вот не знали, что делать с этими сладостями, съесть их прямо там, перед Прабхупадой, или выйти наружу. So then we ended up paying obeisances again. Ну и мы решили снова предложить поклоны. And by this time, Prabhupada was very amused. И к этому времени Шриле Прабхупаде это уже очень поднадоело. These British boys bowing down. Он думает, ну что за мальчики такие, постоянно кланяются. So he was smiling. Он стоял и улыбался нам. He said, "Thank you very much." Он сказал спасибо большое. We paid our obeisances. Мы снова предложили ему свои поклоны. And then we staggered out of the room. И затем мы вышли из комнаты. So I asked his servant. I said, "Wow, we really made a mess of that, didn't we?" И я потом спросила у слуги, но мы там что-то не так вот наделали, не правда ли? He said, "No." He said it was perfect. Он сказал, нет, все было просто идеально.
One should feel like a fool in front of the spiritual master. И он сказал, что да, мы должны чувствовать себя дураками перед духовным учителем. And that if you feel anything else, а если вы что-то другое чувствуете, other than a fool, и если не чувствуете себя дураком, then you are a fool. Значит, вы точно дурак. So that was a very wonderful experience. Это был замечательный, удивительный опыт. Because whatever we say and do is actually the product of Guru's mercy. Потому что все, что мы говорим и делаем, это происходит только по милости нашего гуру. Yeah. And that mercy is going all the way. It's coming down all the way from Krishna to through the disciplic succession to your spiritual master. И эта милость, она спускается от Кришны по парампаре к вашему гуру и потом к вам. And that's why, you know, it has so much potency. И вот почему в этом есть очень много силы. Don't underestimate yourself. Не стоит недооценивать себя. You know. Poor me. Знаете, так бедняжка я. I'm from Ukraine. Я из Украины. Poor me. Бедненький. I'm from Dnipro. Я из Днепра. Poor, poor me. Бедный, бедный, бедный. I'm so unqualified. У меня вообще нет квалификации. And these things may be true. И, возможно, это и так. They may be true. Да, это возможно и так. But we have to see the other side. Но мы должны видеть и другую сторону. That no matter how low born and unqualified we are. И несмотря на то, насколько мы низкорожденные и неквалифицированные. You know, we've got something powerful. У нас есть что-то очень сильное и мощное. And that power, that mantra, the Hare Krishna mantra and other mantras and prayers, they're so powerful that they will lift us up. И наша сила именно в Харе Кришна Махамантре и в других вайшнавских молитвах, и именно они и вознесут нас. Yes, we can't really use these kind of things as an excuse. И нельзя вот такие вещи просто как оправдание использовать для себя. It is not poor you. Вы совсем не бедненький. It's more like all glories to you. Можно просто сказать, что вся милость, она направляется на вас. We say jai. Мы всегда говорим джай. Jai means victory. А джай означает победа. Victory to you, Prabhu. Победы вам, Прабху. You're so fortunate. Вы такой счастливый. Because you're my senior, I will follow you. И вы старший для меня, я буду следовать за вами. This was another thing in the early days. Anyone who was just a little senior, even if it's a 2-day, he joined 2 days before you. He was your senior. И вот в были времена в самом начале, если кто-то был хоть немного старше вас, даже на 2 дня, то он уже был для вас старшим преданным. And the wives. The wife of the temple president, she was our mother. И жена президента храма, она была для нас как мать. And she, we listened to her. И мы слушали ее. We accepted her instructions. Мы принимали от нее наставления. And many of these senior ladies had, you know, direct association with Prabhupada. И вот многие из старших матаджи, они вели за собой, направляли нас в движение Прабхупады. So that's why it was a very intimate family spirit in those days. И вот поэтому именно тогда, в ранние времена, была такая очень дружеская, сплоченная у нас семья. And in 1976, и в 1976 году there was some changes. Произошли небольшие перемены. There was a fight between the grihasthas and the sannyasis. Начались битвы между грихастхами и саньяси. As the sannyasis were preaching to the brahmacharis in not a very good way.
Саньяси, они проповедовали брахмачари не очень хорошим образом. They would preach to the brahmacharis. Они вот что говорили брахмачари. When you go and distribute books, когда вы выходите распространять книги, don't distribute books to women. Не распространяйте книги женщинам. Because if you distribute a book to a woman, потому что если вы распространите книгу женщине, she may become a devotee. Она может стать преданной. And if she becomes a devotee, you may have to marry her. А если она станет преданной, то тебе придется жениться на ней. Yeah, it's true. Да, вот так и говорили. One sannyasi said to Prabhupada, Prabhupada, I'm never going to look at a woman again. И один саньяси сказал Прабхупаде, что я никогда больше и не взгляну даже на женщину. Прабхупада рассмеялся ему в лицо. He said, where is there such an injunction? И он сказал, откуда ты вообще такое взял? And that was actually part of my brahmachari training too. И меня тоже так учили, вот когда я был брахмачари. And then one day we went to this mind, body and spirit festival. И вот однажды мы попали на фестиваль, на духовный фестиваль. It's a big festival in London. Такой очень большой духовный фестиваль в Лондоне. Thousands of people come. Тысячи людей тогда пришло. All different kinds of spiritual groups. И разные духовные группы там собирались, такой объединенный фестиваль. And the Krishna devotees are always invited. И преданных Кришны туда также всегда приглашали. So I was asked to man a book table. И я стоял за книжным столиком. And at one point one very beautiful girl came up. И вот ко мне подошла одна очень красивая девушка. She said, "What is this Bhagavad Gita?" Она сказала, а что такое вот это Bhagavad Gita? So I just explained the Bhagavad Gita. Ну, я вот объяснил Bhagavad Gita. Well, Bhagavad Gita is 5,000 years old. Ну, Bhagavad Gita 5,000 лет. And right in the second chapter. И вот прямо во второй главе. Krishna explains something very important. Кришна объясняет нам что-то очень-очень важное. He is explaining the difference between the body and the soul. Он объясняет нам разницу между душой и телом. In this way, I was circling around her. И я вот так вот делал, когда стоял. One point she said, wait a minute. И она сказала, стойте, стойте. Stop. Остановитесь. She said, you have a problem. У вас какая-то проблема, мне кажется. No, what's wrong? Я сказал, да нет, а что не так? Well, you're speaking to me, but you haven't looked at me yet. Ну вы вот говорите со мной, но не смотрите как-то на меня. You have a problem. У вас какая-то проблема. So I realized I was in some trouble here. Я понял, что делаю что-то не так. And the second instruction I was given was, don't let a woman defeat you. И вот второе наставление, которое мне дали, это никогда не позволяй, чтобы женщина, она победила тебя в чем-то. So I was wondering, which instruction shall I follow here? И я вот думал, а чему следовать? Каким из наставлений? Which would be the higher instruction? Какое самое высшее наставление? So I decided, well, I don't want to be defeated here. И я решил, что я не хочу, чтобы меня вот здесь сразила женщина сейчас. So I looked right in her eyes. И я так посмотрел ей прямо в глаза. I said the same thing. И сказал ей. And then she said, "Thank you very much. And how much is your Bhagavad Gita?" И затем она сказала, что, ну, хорошо, спасибо большое. Сколько стоит ваша Bhagavad Gita? So she took a Bhagavad Gita. Она взяла Bhagavad Gita. And I was thinking, well, what's Krishna trying to tell me here? И я подумал, а что Кришна хотел мне сказать в этой ситуации? And I concluded that the instructions that I had been given were not exactly correct. И я тогда решил, что те наставления, которые мне давали, они не были точными и правильными. So again, this is an example of, you know, you're serving the guru, but you're not serving him properly. И вот еще один пример того, что вы вроде служите гуру, но вы не служите ему правильным образом. It's full of speculation. И здесь очень много спекуляций. And that will not help you. И это не поможет вам.
And over the years, I've noticed how ISKCON has changed, and there's a lot of speculation nowadays. И вот спустя некоторое время я понял, как меняется ИСКCON, и сейчас появилось очень много спекуляций. And it's not really doing our society any good. И нашему обществу это не приносит блага. I'm not going to go into detail, but if you go online, Malati Devi Dasi, she has done one seminar of all the different things that have changed within ISKCON since the early days. Я не буду сейчас задаваться в подробности, но вы можете посмотреть в интернете. Малати Давидаси, она давала один семинар и рассказывала там, как изменился ИСКCON и как это повлияло сейчас на наше общество. I mean, I'm not saying that everything that's changed is bad. Я не говорю, что именно все, что поменялось, это в плохую сторону произошло. But there has been some deviation from the original teachings that Prabhupada gave us. Но уже есть небольшие отклонения от тех истинных наставлений, которые нам давал Шрила Прабхупада. And we have to be very careful to not change anything, just keep it as it is. И нам нужно быть очень осторожными, мы должны стараться сохранить все то, что давал нам Шрила Прабхупада, и не менять ничего, не привносить ничего. And Radhanath Swami gave a nice example of chanting a mantra without chanting a mantra which hasn't come from the right source. И вот Рагнатха Свами Махарадж, он дал очень хороший пример того, как могут повторять мантру, которая пришла не с правильного источника. He explains that there are two kinds of bullets. Bullets? Пули. What do you put in a gun? И так говорится, что есть два вида пуль. One bullet is real. Real. Одна пуля, она настоящая. And the other one is a blank. А вторая холостая. It sounds real. Она кажется, будто она настоящая. You know, we have seen movies with people shooting each other. Ну, знаете, мы смотрели фильмы там, где люди друг друга убивали. But they're not really shooting each other. Но на самом деле они не убивали друг друга. They're just blank bullets. Ну, просто стреляли холостыми пулями. It sounds the same. Звучит одинаково. It looks the same. Выглядит одинаково. Everything about these movies, it seems so real. И вот в фильмах все кажется настолько настоящим. But no. There is no potency at all. Но на самом деле ничего по-настоящему не происходит. It's a blank bullet. Это просто холостая пуля. So he gave that example in the same light that we have to chant the source of the mantra has to come from a good source, and not only that, our disposition, our attitude in chanting the mantra should also be pure. И вот он говорил об этом примере, что мантра, она должна исходить из правильного, верного источника, и также очень важно наше отношение, и воспеваем ли мы ее чисто или нет. This is a nice verse from the Chaitanya Charitamrita. И вот есть очень хороший стих Чайтанья Чаритамрите. One is immediately freed from the clutches of Maya. Человек может легко освободиться из когтей Майи. If he seriously and sincerely says, если он очень серьезно и искренне говорит, My dear Lord Krishna, мой дорогой Господь Кришна, although I have forgotten you for so many long years, хотя я забыл тебя и не помнил на протяжении стольких долгих лет, today I am surrendered unto you. Сегодня я предаюсь тебе. I am your sincere, serious servant. Я твой искренний, серьезный преданный. Please engage me in your service. Пожалуйста, займи меня в служении тебе. This is Krishna's reply. И Кришна отвечает. It is my vow. Это мое обещание. That if one once sincerely surrenders unto me, saying.
И если человек искренне и серьезно готов предаться мне, My dear Lord, мой дорогой Господь, from this day on, с этого времени I am yours. Я твой. And he prays to me for courage. And prays to me for courage. И если кто-то молится мне по поводу вдохновения, I shall immediately award courage to that person. И я обязательно наделю этого человека мужеством. И он всегда останется в безопасности с этого времени. So Krishna does answer your prayers. Кришна всегда отвечает на ваши молитвы. Of course, again, we have to ask what are our prayers. И мы должны задуматься, какие должны быть наши молитвы. You know, sometimes we pray for things which are really not so important. Иногда мы молимся и просим какие-то вещи, которые на самом деле совсем не важны. We get people coming to us, sannyasis, and asking for blessings. И вот очень часто люди подходят к нам, к саньяси, и просят различного рода благословений. И нам нужно очень четко различать, вот какие благословения давать, а какие нет. И вот если даже мы должны давать какие-то благословения, то вопрос, какие? But some years ago, when I first took sannyas, one lady came up and she said, Marge, can you bless me for a husband and children? И вот когда я только принял саньясу, одна женщина подошла ко мне и попросила благословения на то, чтобы выйти замуж и родить детей. So I said, be blessed. Я сказал, что да, благословляю вас. One year later she saw me again. И вот спустя год она снова увидела меня. She said, Maharaj, where's my husband and where's my children? И сказала, Махарадж, а где мой муж и ребенок? I realized, oh, и я понял, что I have to be careful. Нужно быть осторожным с этим. Yeah. But if Krishna fulfilled all the desires you have in your heart. Если бы Кришна исполнял все желания, которые есть у вас в сердце, would you actually be happier? Были бы вы счастливы? Probably not. Скорее всего, нет. So that's why you have to be careful with all your prayers and your thoughts. These are your desires within your heart. И очень нужно быть аккуратными со своими молитвами, мыслями и со всеми желаниями, которые исходят из вашего сердца. So therefore we have guidelines, like here Lord Shiva's prayers, and we have prayers by Narottam Das and Bhaktivinoda Thakur. These are the kind of prayers that we should try to speak or communicate with. И у нас есть молитвы Нарадама Дас Такура, также Господа Шивы, очень авторитетные молитвы, и мы можем их брать на вооружение. And there are different kinds of prayers. Есть различные виды молитв. There's prayers for help. Есть молитвы о помощи. There's prayers for longing, when will I be able to achieve, like longing, you know, longing? Да, yes. Есть молитвы, стремления к чему-то, вот, например, когда я достигну чего-то, когда у меня получится что-то сделать. Есть молитвы благодарности. So all kinds of different prayers. Различные виды молитв. You can even, if you want, maybe not. I mean, I did this once out of frustration, but I chastised the Lord. И вы знаете, можно так иногда делать, но я один раз так сделал, когда я был в очень тяжелой ситуации, я бронил Господа. Yeah, that's for me, it wasn't something I purposely did, but I did it out of frustration. Я не намеренно, не специально это сделал, а просто в таком смятении. And I chastised my duties. Я вот бронил божеств своих.
You want to hear that story? Вы знаете эту историю? Do you want to hear it? А хотите услышать? Well, I was renting an apartment, a house with my wife and son. We were living together like that in this rented house. И вот я как-то снимал один дом, и мы жили там с семьей, с женой, с сыном, в съемном доме. And then the owner wrote an email saying that they were going to return to the house in 3 months, and then we would have to vacate after 3 months. И затем собственник этого дома написал мне email, что он возвращается туда спустя 3 месяца, и что за вот эти 3 месяца мы должны найти себе другое жилье и освободить помещение. But I couldn't find the place that I was looking for. Но я не мог ничего найти нам подходящего. Because I was preaching and I wanted to do something different, find some rural place where I make devotees and they could work on the land and we could be self-sufficient. Потому что я в то время очень много проповедовал, я хотел что-то найти за городом, чтобы была земля, и эти люди, которые становятся преданными, они могли приехать и помогать мне работать со мной вместе. And it came down to 3 days left. И вот осталось 3 дня до того времени, как мы должны были съехать. And I came before my deities. И я вот подошел к своим божествам. And I said. И сказал им. I have tried my best. Я делал все, что от меня зависит. Now it's your turn. А теперь это ваша очередь уже. And if you don't find something within the next 3 days, и если вы не найдете что-то подходящее в течение 3 дней, you don't get any more chapati. У вас больше не будет чапати. And then I realized what I had said. И вот я потом только понял, что я сказал. Because it was done out of frustration. Я просто в смятении тогда находился. In 3 days, I would have no place to live. 3 дня осталось, а мне некуда было переезжать, негде жить. But I think Gornitai really liked it. Но я думаю, Горнитай понравилось это очень. Because that afternoon I was phoning around to the same places. Потому что днем того же дня я начал прозванивать те же самые дома, куда уже звонил. Housing agencies. И я прозванивал агентство по недвижимости. And I phoned one, and I said, "Can I speak to the letting department, please?" И я вот позвонил в одно агентство и сказал, что могу ли я поговорить с отделом. And the lady said, "Well, everyone's already gone home. It's Friday afternoon, and they have left early." И она сказала, что ну все, кто ответственны за подобного рода вопросы, они уже пошли домой, потому что уже поздно, пятница, вечер. And she said, maybe I can help you. Но потом она сказала, ну, возможно, я вам смогу помочь как-то. So I said, well, who are you? А я сказала, кто вы? She said, I'm the cleaning lady. А она сказала, ну, я убираю здесь. I said, well, how can you possibly help me? А я сказала, а как вы тогда можете мне помочь? She said, "No, it's okay. Just tell me what you want." Она сказала, да, все нормально. Скажите, что вам нужно просто. And she was really insisting. И она так настойчиво говорила это. I tried to get away from her, but she. А я пытался отделаться от нее побыстрее. And anyway, I told her. Но все равно я ее выслушал. She said, "Write down this number." Она сказала, вот запишите номер. I know this agency. Я знал это агентство. I wrote it down. Я записал. And I gave them a ring. И позвонил им. And to my surprise, they had 3 properties, which were rural and the kind of thing I was looking for. Я вот удивился очень, но у них были подходящие дома такие загородные и очень хорошие варианты для нас. Not only that, the lady who told me about the properties, she said, "Look, don't tell anyone, but I'll give you the address. I'm not supposed to do it, but I'll give you the address of each one of these properties, and you can go and see it during the weekend from the outside." И вот женщина сказала, что обычно мне не разрешается так делать, и я так не делаю, но я вам просто дам адреса всех этих помещений, вы можете сами поехать в выходные и посмотреть на них снаружи. The first place I went to see was brilliant. И вот первое же место, куда я поехал и посмотрел, оно было чудесным.
The second place was even better. Второе место было еще лучше. And the third place was exactly what I wanted. А третье было именно тем, что я искал так долго. On Monday morning, signed a contract. И в понедельник утром мы подписываем контракт. On Tuesday we moved in. И во вторник мы переезжаем туда. So there you go. Ну вот так вот происходит иногда. The Lord is waiting for our relationship. Господь, Он ждет от нас именно отношений. And this can be done through prayers. И они могут установиться именно благодаря молитвам. Please repeat these prayers. They're small prayers. Пожалуйста, повторите молитвы, они очень маленькие. You want to do it in English? Хотите на английском или... Yeah? Okay, here. Not everybody understands English, so... Yeah, you'll learn. Вы научитесь. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Please engage me in your service. Please engage me in your service. Please accept me. Please accept me. Capture my heart. Capture my heart. And deliver me. And deliver me. Please pull my heart to you. Please pull my heart to you. Please steal my heart with your sweetness. Please steal my heart with your sweetness. Please purify my heart. Please purify my heart. By giving me knowledge. By giving me knowledge. Make me steady in devotion. Make me stay in devotion. To your name, form, qualities, and pastimes. To your name, form, qualities, and pastimes. Please may I develop a taste for you. Please may I develop a taste for you. Make me worthy to engage in your service. Make me worthy to engage in your service. Please show me how to serve. Please show me how to serve. And also Prabhupada, he also mentioned how we should chant Hare Krishna. И Шрила Прабхупада, он также упоминал, как мы должны повторять Харе Кришна. He gave this analogy that just like a child is crying for its mother. Он приводил такую аналогию, что мы должны это делать так, как ребенок плачет, когда не видит свою мать. Mommy, mommy. Мама, мама. Mommy, help. Мама, помоги. Help, help. Помоги, помоги. It's a genuine cry. Это очень искренний такой плач и зов. Because the child has no other shelter. Потому что у ребенка больше нет никакого другого прибежища. And that's how we should approach Krishna through his name. И вот так мы и должны подбираться к Кришне. Кришна, Кришна, Кришна. Кришна, Кришна, Кришна. Кришна, Кришна, Кришна. Нет, нет. Кришна, Кришна. Кришна, Кришна, Кришна. Кришна, Кришна, Кришна. George Harrison, he did one song. И Джордж Харрисон, он написал одну песню. This is a wonderful song. Очень хорошая песня. And he's also pleading to Krishna for help. И он также в ней просил Кришну о помощи. You want to hear this song? Хотите услышать? Yes. Forgive me, Lord. Извини меня, Господь. Those years when I ignored you. За все те годы, когда игнорировал тебя. Forgive them, Lord. Извини их, Господь. Those that feel they cannot afford you. Извини их за то, что они не могли принять тебя в свою жизнь. Help me, Lord, please. Помоги мне, Господь, пожалуйста. To rise above the dealings of this world. Подняться над всеми заботами этого материального мира. Help me, Lord, please. Пожалуйста, помоги мне, Господь. To love you with more feeling. Полюбить тебя и возродить в себе больше чувств к тебе. Help me, Lord, please. Помоги мне, пожалуйста, Господь. To rise a little higher. Подняться немного выше. Help me, Lord, please. Помоги мне, пожалуйста, Господь. To burn out this desire. Спалить в себе все эти желания. Oh, won't you please, please hear me, Lord? А не мог бы ты, пожалуйста, услышать меня, Господь?
Oh, hear me, Lord. Пожалуйста, услышь меня, Господь. Hear me, Lord. Услышь меня, Господь. Oh, won't you please, please hear me, Lord? Пожалуйста, пожалуйста, не мог бы ты услышать меня, Господь? My Lord. Мой Господь. My Lord. Мой Господь. My Lord. Мой Господь. Hear me, Lord. Услышь меня, Господь. Now, won't you please, please hear me, Lord? Не мог бы ты, пожалуйста, пожалуйста, услышать меня, Господь? My Lord, my Lord, my Lord. Мой Господь, мой Господь, мой Господь. Won't you please hear me, Lord? Не мог бы ты, пожалуйста, вылечить меня, Господь? Oh, hear me, Lord. Услышь меня, Господь. Hear me, Lord. Услышь меня, Господь. Please hear me. Пожалуйста, услышь меня. That's a song. Это песня. Like how many times is he saying, please, 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 hear me, hear me? И сколько тут раз говорится, пожалуйста, 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 услышь меня? He was not afraid. И вы знаете, он не боялся делать это. When he left the Beatles. Но он затем ушел из Beatles. He wrote one song. И написал еще одну песню. Called Wow Wow. Которая называлась Wow Wow. And in the song he says, "You made me a wow wow." И он сказал, что вы сделали из меня такого вау-вау, который восторгается. You know, 'cause that's what the Beatles were. And everyone thinks, oh, Beatles, wow, wow. Но вот знаете, все так, когда видели Beatles, кричали вау-вау, восторгались ими. But then in this song he says, I don't want your wow-wow. А затем в песне он сказал, что мне не нужны вот эти ваши вау-вау. I want to be free. Я хочу быть свободным. If you give me wow wows all the time, how can I be free? Если вы постоянно вот так мне говорите вау вау, и как я могу тогда освободиться? That's why us sannyasis have to be careful too. И вот почему нам саньяси нужно быть очень осторожными. People go wow 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 wow. Люди всегда восторгаются вау вау саньяси. But actually, we're just the same as anyone else. Но мы на самом деле такие же, как и все остальные. We're at the mercy of our spiritual master. Мы также получаем милость от наших духовных учителей. And just because we're sannyasis, it doesn't make us any more special. И вот только потому, что мы саньяси, это не делает нас более особенными какими-то. We're all in the same boat. Мы все в одной лодке плывем с вами. And we all need each other's help. И нам всем нужна помощь друг друга. One more song. Еще одна песня есть. George Harrison. Тоже Джордж Харрисон. All alone in this world am I. Я один одинешенек в этом мире. Not one care for this world do I have. И никто не беспокоится о том мире, в котором я живу, который у меня есть. Only you keep my eyes open wide. И только ты заставляешь мои глаза быть всегда открытыми. Yes, it's true. I live for you. Да, это правда. Я живу только для тебя. Not a thing in this world do I own. Я не владею ничем, что находится в этом мире. Only sadness from all that is grown. Только печаль вот из-за того, что здесь происходит. In this darkness I wait for the day. И в этой темноте я жду того дня. Yes, it's true. I live for you. Да, это правда. Я живу для тебя. For many years I wait. Я ждал очень много лет. For many tears I also wait. Я также выплакал очень много слез. All this time my thoughts return to you. И вот все это время мои мысли постоянно возвращались к тебе. Give me your love, that is all I can do.
И дай мне, пожалуйста, свою любовь, это все, что мне нужно. И извините, давать свою любовь, это все, что я могу делать, Я встал в очередь и жду, пока я смогу почувствовать тебя внутри себя. Yes, it's true. Да, это правда. I live for you. Я живу для тебя. So these are prayers that are very powerful. It doesn't matter where it's coming from, if it's for the, if it's in the mood of pleasing Krishna, then it has all potency. И вот очень мощные молитвы здесь мы видим такие, неважно откуда они, и если в них есть такая просьба, мольба, что пожалуйста, пожалуйста, то они имеют очень большую силу. And Prabhupada empowered him. И Прабхупада наделил его полномочиями. One day he came to Prabhupada very humbly. И однажды он пришел к Шриле Прабхупаде очень смиренным. He said, Prabhupada, should I join the temple and shave my head? И он сказал, Шрила Прабхупада, а может мне нужно в храме пожить и обрить голову? And get initiation. Получить инициацию. Prabhupada said, no, you don't need to join the temple. А Шрила Прабхупада сказал, нет, не нужно тебе этого делать и присоединяться к храму. You just continue your music for Krishna. Ты просто продолжай писать свою музыку для Кришны. As far as initiation, по поводу инициации, you're already initiated. Ты уже инициирован. You're Hari's son, the son of Hari. Ты же Харисон, сын Хари. Just continue pleasing Hari. И просто продолжай удивлять и радовать Хари. So Prabhupada empowered him. И Прабхупада наделил его такими полномочиями. To sing for Krishna. Петь для Кришны. So many people have become devotees because of his songs. И очень многие люди стали преданными именно благодаря его песням. So let us try to develop the same mood within our own life as devotees. И давайте попробуем возродить в себе такое же настроение в нашем сознании Кришны, в нашем настроении. You will see how Krishna will answer your prayers. И вы увидите, как Кришна будет отвечать на ваши молитвы. Если они исходят из чистого сознания и очень искренне. Возможно, мы не чисты еще, но нужно хотя бы быть искренними. Есть какие-то вопросы? Спасибо за лекцию. Не слышно. Спасибо большое, Махарад, за лекцию. Thank you for the lecture. Такой маленький провокационный вопрос. I have a small provocative question. Просто правильно ли во всеуслышание говорит, что умерла у меня там бабушка, и надо за нее повторить Хари Кришна? Is it right a way to do to tell in our temple, for example, that my grandma just died, and can we please together say the prayers Hare Krishna three times for her goodness and? Is it correct to do so? What does your temple leader say? Oh, one second, I will repeat the question in Russian. Prabhu спросил, что корректно ли вот на программах, если кто-то умер или заболел, просить всех помолиться за этого человека и произнести Хари Кришна Махамантру. Да, и что говорят ваши лидеры по этому поводу, президенты храмов? Это Махарадж спрашивает. Ничего не говорят. They tell us nothing about this.
You do what the leaders tell you. А нужно делать то, что говорят лидеры на местах, вот в храме. Нужно спросить у старших. Accept it as law. И принимать это как закон. You said that we are on the same boat and we are helping each other. Как мы можем служить вам? How can we serve you? Very simple. Очень просто. Please feel proud by it. Пожалуйста, удовлетворяйте Шрилу Прабхупаду. And I will be pleased. А как его удовлетворить? It's not that I want anything for myself. Но это не то, что я хочу что-то для себя. I've got the holy name. What more do I want? У меня есть уже святое имя, и чего же большего желать? I've got the facilities to preach. What more do I want? У меня есть возможность проповедовать, и мне ничего больше не нужно. So if you follow all the instructions of Srila Prabhupada, если вы следуете наставлениям Шрилы Прабхупады, and the previous acharyas, и предыдущих ачарьев, right up to Lord Krishna, и по цепи к самому Господу Кришне, I will be very pleased. То я буду очень удовлетворен этим. Okay. Хорошо. And the last sentence is the in the purport that those who unattentively listen to his spiritual master, he offends him, and what to do to such a devotee and to his guru. And what the consequences, and what to do, how to end. I was afraid you were going to ask that question. Я боялся, что вы зададите этот вопрос. It's only natural that in the beginning of spiritual life we get mental and we're speculative. Это нормально, что в начале нашего духовного пути мы находимся на умственной платформе, у нас очень много спекуляций возникает. When I first joined the temple, the first thing I saw was a fight between two devotees. И вот когда я первый раз попал в храм и присоединился к движению, я увидел, как два преданных, они очень сильно ругались прямо в храмовой комнате. And I came running to the temple president. И я сразу же побежал к президенту храма. What's this? И сказал, что там такое происходит? I came here for love and peace. Я пришел сюда за любовью и за миром. He laughed at me. А он посмеялся надо мной. He said, this is a temple, but it's also a devotional hospital. Он сказал, да, это храм, но это также и духовная больница. The good thing is everyone's taking the medicine to get well. И уже хорошо то, что все принимают лекарства, и они поправляются. И он сказал, не беспокойся, что-то и с тобой обязательно произойдет. А я подумал, а что со мной может такого случиться? 2 weeks later I had this big boil that came up here like this. И спустя несколько недель у меня такой нарыв появился на руке, но все раздулось. I came running again. И я снова прибежал к президенту. What's this? А это что? He said, I told you something would happen. А он сказал, да ну, я же говорил, что-то с тобой произойдет. He said, don't worry, you've been so sinful.
И он сказал, не беспокойся, ты был такой греховный. And your body is still contaminated. И твое тело, оно до сих пор загрязнено. By Krishna's grace, all the contamination has come to one place. И Кришна, он пытается собрать вот все загрязнение в одно место. Krishna's mercy. Это милость Кришны. So we have all these strange things that happen to us. И вот очень часто с нами происходят странные вещи. And it's like an uphill fight. И это такая постоянная борьба. To survive. Борьба за выживание. All the onslaughts within our minds, within our hearts, within our impressions. И борьба с нашими мыслями, с нашими впечатлениями, желаниями. So it's not easy. И это нелегко. All the more reason why we need to take shelter of someone who is free. И вот еще одна причина, почему мы должны принять прибежище у того, кто уже свободен, кто освободился. If someone is free and we have taken shelter of that person, then they can free us. Если кто-то уже освободился, и мы приняли прибежище у такого человека, то он способен освободить и нас. They can untie the knots. Такие люди, они могут развязать узелки. We're bound up hand and foot. У нас вот так сложены руки, ноги. We have net of illusion over us. И на нас накинута сетка иллюзии. Our senses are blunt. Наши чувства, они направлены не туда. And our mind is disturbed. Ум очень беспокойный. Our false ego is highly inflated. Ложное эго раздутое. What can we do? Что мы можем сделать в таком состоянии? What can we do ourselves? Что мы можем сделать сами? Can do nothing. Ничего. Except take shelter. Кроме того, чтобы принять прибежище. So this is the formula for spiritual life. И вот это и есть та формула духовной жизни. And if we stick to that formula, we will be successful. И если мы будем придерживаться этой формулы, то мы достигнем успеха. Any other formula will not work. И никакая другая формула здесь не сработает. There was one devotee in those early days. He heard the class one morning. Always remember Krishna, never forget him. И вот был один преданный, он услышал в лекции вот эту фразу, что всегда помни о Кришне, никогда не забывай. So he had a good idea. У него была очень хорошая идея. He bought a harmonica stand. Он blow the harmonica and play the guitars. Вот знаете, такую подставку для гармоники взял, вот сюда повесил себе на шею для губной гармошки. И вот подставка там такая есть. И поставил туда картинку, изображение Рады и Кришны. И вот он был на кухне, чистил картошку. Оп, Рада Кришна. Хорошо. This is mental speculation. Но это умственная спекуляция. He think that he had solved his problem. Он думал, что таким образом он решил свою проблему. Well, he lasted 2 weeks and we haven't seen him since. Но прошло 2 недели, и мы больше его не видели. What did you say? Прошло 2 недели, и мы больше его не видели. That 2 weeks passed and we haven't seen him at all. So, I've seen everything. Я все многое видел уже на своем пути. 45 years of ISKCON. 45 лет в ISKCON пробыл. Ого. It is getting better though. Но становится все лучше и лучше. Because we're getting the right idea. У нас появляется правильная идея, понимание. Even as a sannyasi, I come here to serve. Даже как саньяси я приехал сюда служить. In the early days, the sannyasis would come and they would pick out the brahmacharis. А в былые времена саньяси приезжали, собирали вокруг себя брахмачари. And then they're. И вот так пш-пш-пш. Come with me. Идем со мной. You don't need to stay here. Тебе не нужно здесь оставаться. All kinds of things went on. Ну, вот такие вещи происходили всякие. Disrupted
the minds of the devotees, disrupted the temples. И это вводило в смятение умы преданных, и беспокойства начинались в храмах. But now we're learning to be servants. Но теперь мы научились служению. There's a structure and it should be followed, that's all. Есть структура, и нужно ей следовать, вот и все. Okay. Как вам? Thank you for the lecture. How can we understand if we are sincere or not? Maybe you can tell us some characteristics. Yeah. Да, конечно. How attentive was you in my class this morning? Вы были внимательны сегодня на моей лекции? Is okay? Yes. That's sincerity. И, That's sincerity. И вот эта искренность, это и есть искренность. There's always these, in every day of the life of a devotee, there's always these situations where you have to make choices. И вот каждый день перед преданными встают такие ситуации, когда нужно делать тот или иной выбор. And we need to always make the right choice. И всегда нужно делать правильный выбор. And if we make the right choice, that is sincerity. И если мы делаем правильный выбор, вот это и есть искренность. Isn't it? Не так ли? As easy as that. It's as easy as that. Вот так вот, проще простого. We know what needs to be done. Мы знаем, что мы должны сделать. But then we have the choice whether to do it or not. Но затем у нас есть уже выбор, делать это или нет. Are you chanting 16 rounds? Вы повторяете 16 кругов? This is the minimum standard for a Hare Krishna devotee. И это минимальный стандарт для преданного в сознании Кришны. Are you? Вы повторяете 16 кругов? Ask yourself, are you really? А спросите себя, повторяю ли я? Not just yes, 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 yes. Не просто да, да, да. But are you really every day chanting nicely 16 rounds? Но действительно ли вы каждый день очень внимательно повторяете 16 кругов? Because this is what Krishna is looking for. Потому что именно этого и хочет и ждет Кришна. Like he is so eager to answer his phone, we should be that same eager to chant our rounds. И вот даже как вот тот преданный спешит, очень быстро хочет ответить на телефонный звонок, так же мы должны хотеть воспевать святые имена. You see how surrendered he was? Видели, как он быстро вылетел? Как предан он был. Спасибо. Let's give a clap to my translator here. He must be getting a little tired like me. Возможно, она тоже немножко устала, как и я. Like me. Как я? Like me. Как и я. Как и я тоже. Yes, but it's important for having a good translator. Очень важно, когда вас правильно переводят. Help is very helpful. Очень помогает. So thank you so much. So we will finish there. На этом остановимся. It's getting late.
Потому что уже поздно достаточно. I want to thank you for your association. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы приходили на мои лекции. I always enjoy coming here. Мне очень нравится всегда приезжать сюда. And please give me your blessings. И, пожалуйста, благословите все меня. Preach here in Ukraine. Чтобы я мог проповедовать здесь, в Украине. Srila Prabhupada ki. Thank you.